Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады встрече с вами на ток-шоу «Молодежь на Hope Side». Также мы приглашаем вас принять участие в обсуждении сегодняшней темы в интернете на hopesite.info. Дима, я вот тут сок приготовил для тебя, ведь нам сейчас программу проводить, а этот сок подарит тебе бодрость и хорошее настроение. Спасибо, Влад. Ты знаешь, этот твой поступок напомни мне слова великого Конфуция. Забота о ближних, основа хорошей жизни и хорошего общества. Заботиться – это сложно или легко? Можно ли жить, не заботясь ни о ком? На эти и многие другие вопросы мы ответим сегодня в нашей программе, которая называется «Забота – не бремя, а честь». В нашей студии сегодня наши эксперты – семейный психолог Марина Яковлевна От и священнослужитель Владимир Павлович Михайлов. Как вы считаете, почему люди так мало заботятся друг о друге? Что им мешает это делать? эгоизм, я думаю, что мешает очень заботиться друг о друге. То есть ты думаешь только о себе и не о других. Это одна из основных. Я думаю, что это тоже эгоизм, но и лень. Потому что на самом деле о ком-то заботиться — это очень тяжело. Это бывает легко на первых этапах, пока у тебя влюбленность, романтика, а потом это довольно-таки большой труд. С другой стороны, если человек никогда не видел заботу и никогда он не представляет, что это такое, то, естественно, он не будет проявлять заботу. Не было примеров, да, определенных? Возможно. Иногда просто не хватает времени, и бывает так, что человек думает, что его забота не важна. Может быть, и потому, что у нас слишком много других дел, внимания на что-то другое больше уделяем, чем вот этому. Ну, какая разница, сделаю я ему приятное или нет. Главное, что у меня сейчас есть важные дела какие-то, которые именно меня касаются, вот что-то вроде этого. То есть помимо забот а... есть еще более важно. Да? да, и поэтому мы меньше заботимся о том, нужно ли кому-то внимание или не нужно. Мы лучше о себе подумаем. <звы> о ком вообще мы можем заботиться и в чем выражается вот эта забота? Ну я считаю, что можно заботиться о родных, ближних, о маме, о папе, так как они нас родили, они о нас, заботились, так и мы сейчас можем. В чем выражается вот наша забота о таких людях? Вопрос, Практически. Ну ласка, ласка, там любовь какую-то проявляешь. Я считаю, не только о родственников, о близких заботиться, надо и кто вообще нуждается в помощи, особенно нуждаются пожилые люди. Думаю, есть еще такой вид заботы, как о нашем доме, о нашей одежде, о наших домашних животных. Это тоже своего рода забота. Наверное, мы самое главное пропустили ⁇ забота о детях. Это то, что хочешь, не хочешь, требует от тебя максимум времени и усилий. Я также думаю, что нужно заботиться о любимом человеке, молодом человеке, если он нуждается в поддержке, если у него недостаток, или у него он какое-то дело делает и он не уверен в себе, поддержать его в этом, чтобы он стал более уверенным, то есть, что он для меня герой, что он самый лучший, и при этом он будет уверенней, лучше. Ну, это моя поддержка с моей стороны, забота такая вот. Погладить рубашку, брюки, я считаю, это тоже забота. Еще какая? Аплодисменты. <плодисменты> ну а влияет ли как-то на взаимоотношения наличие или отсутствие заботы как таковой? Обязательно, однозначно влияет. Вообще, в мире нет человека, которому не нужна была бы, ну, забота не нужна была бы, да? Следовательно, в отношениях... Забота ⁇ это очень важную роль играет. Можно я сразу приведу пример одного молодого человека, который мне пожаловался. Он сказал, я порезал па палец, а девушка, которая мне очень нравилась, она не подошла и не перевязала мне. То есть не оказала помощи никакой. И он ее оставил. Молодец что оставил? Особенно нуждается в заботе девушки. И мы всегда ждем от вас, молодых людей заботы, внимание в свою сторону. А сколько заботы и внимания? Бывает ли чрезмерное? Чрезмерно не бывает, бесконечно. <звы> Иногда девушка, она очень заботливая. И порой бывает такое, что она проявляет молодому человеку заботу свою. Там помогает, там. Он говорит, ну что ж ты мне мешаешь? Я не просил тебя об этом. И получается, в отношении, отношения портятся. Вот моем случае иногда мне вот хочется помочь этому человеку как-то проявить заботу тот человек говорит, ты мне мешаешь в этом я тебя не просил когда попрошу тогда можешь это сделать и такое чрезмерная Навязчивая. да то есть забота может привести к нарушению каких-то отношений Просто здесь немножко нужно знать, где и когда и как заботиться о человеке, не мешая его каким-то личным делам, не вмешиваясь в какое-то его личное пространство, когда он там отдыхает или еще что-то. Чрезмерно мы не должны делать этого, потому что это надоедает, это навязчиво и неприятно. Я думаю, что забота важна не только тому, о ком заботиться, но и важна тому, кто это делает. Почему? Потому что если я о ком-то забочусь, то я, получается, вкладываю свою любовь, свои чувства, время, силы, правильно. А это как банк. Чем я буду больше вкладывать, тем я потом больше буду иметь. И даже если это убрать то если я буду вкладывать, то я это буду ценить. И если я все, что у меня есть, отдаю человеку, то я его буду и больше любить. Хорошо, когда люди заботятся друг о друге и любят друг друга. Но если заботливым, остается всего лишь только один. Как быть в этой ситуации? Я думаю, что все-таки не стоит опускать руки, потому что все-таки... Какое-то время стоит еще пролагать усилия, и я думаю, постепенно лед растопится, и все равно человека обязательно ответит тебе тем же. Ну, хочется, конечно, в это верить. Хочется. И какая должна быть любовь, да? Какая Чтобы должна делать... быть вера? Да, и вера. Здесь появляется, если человек взаимностью, отвечает, получается вдохновение еще больше. Хочется еще позаботиться обратно, то есть сделать что-то лучшее. Когда все время заботится только один человек, то рано или поздно тому, кто ее дает, просто не то, что надоест, он устанет, потому что ему нет никакой отдачи абсолютно, никакой помощи, понимаете? Он только принимает. А тот человек просто уже устает, ему это ну, действительно может надоесть. Просто такой небольшой совет для всех, как и для девушек, для парней, для мужчин, для женщин. Для того, чтобы не опускались руки, не забывайте хвалить. Интересно, что думают о важности заботы женатые люди. Мы приглашаем в нашу студию Сергея и Милу. Добрый день, Сергей Мила. Мы очень рады видеть вас здесь и знаем, что у вас совсем недавно родилась дочь. Мы поздравляем вас с этим. Скажите, как давно вы женаты? Мы женаты уже 6 лет. А, у меня такой вопрос к вам. Как вы заботились друг о друге в тот период, когда лишь ухаживали и встречались? Ну, мы, наверное, бежали друг к другу навстречу не могли дождаться, когда наступит тот момент, когда мы встретимся в очередной раз. Ну и как забота проявлялась вот в этом нетерпении встретиться, увидеться друг с другом? Ну, конечно, как всегда, цветы, мороженое, то, что нравится другому, мы проявляли это. Изменился ли вид заботы после того, как вы поженились? Ну, как сказать, отличаются. Отличаются все-таки. Да, если раньше ты встречаешься, и любовь как чувство проявляется то после того, после того как ты выходишь замуж или женишься то уже любовь как принцип идет тут уже а, ты сталкиваешься с теми проблемами которые ты не встречал до а, до свадьбы и тут уже конечно надо оставить свой эгоизм себялюбие и уже а, может быть даже делать то что тебе бы не хотелось но то что принесет радость а, любимому человеку. Спасибо. Сергей, вот в период ухаживания были цветы, было мороженое, может быть еще что-то было. Ну а теперь как вы заботитесь друг о друге? Ну, наверное, период ухаживания во время дружбы можно сравнить с поступлением в первый класс. Мы радуемся, мы бежим в школу. Дальнейшее наше обучение в школе уже приходится по потому тому пониманию, что если я этого не сделаю, моей дальнейшей жизни совместной может и не быть. Не перейдете в следующий класс. Да, я не перейду в следующий класс. Когда-то ты... я не мыл посуду, не любил мыть посуду, теперь мне приходится мыть Ну, а когда легче заботиться, до свадьбы или после? Ну, конечно же, легче до свадьбы. Но можно ли сказать, что жизнь в браке и вот забота друг о друге уже в браке, она немного как-то обременяет? Я думаю, нет. Появляется просто больше ответственности. Здорово. А как забота о вашем супруге влияет на ваши взаимоотношения? Ну, конечно, мне кажется, очень важно, чтобы муж проявлял к жене наибольшую заботу, когда ей тяжело, трудно, особенно с ребенком. Тогда действительно у нее открывается и второе дыхание. Ей хочется в ответ еще что-то делать и больше и больше. Чем больше он проявляет внимание, заботы, тем ты начинаешь отдавать ему тем же. Со следующим вопросом я бы хотел обратиться к Марине Яковлевне. Марина Яковлевна, скажите, а какими должны быть наши ожидания, когда мы заботимся о своем любимом человеке? Для семейной жизни забота, она так же важна, как человеку пища, как человеку еда. Давайте себе представим такой пример. Вы приготовили девушки, женщины, жены, приготовили вкусный ужин и ожидаете своего супруга с работы. На что вы надеетесь? Во-первых, что он с удовольствием съест то, то, что вы приготовили. Второе, он обязательно скажет, что замечательное было блюдо и что очень вам благодарен. И третье, без напоминания, может быть посуду помоет или пропылесосит. А хорошо и то и другое вместе. Еще мусор не забудет вынести? Это вообще, наверное, предел мечтаний. А теперь, как в реальности получается? Мужчина приходит домой, муж Оказывается, что он где-то поужинал, забежал к маме, по дороге заехал. Он есть не хочет. А не благодарит вас, потому что он считает, что вот то, что вы сделали, это... Само собой да, Это обязанность женщины, она, естественно, это сделала. И второе, вместо ожидаемой помощи с вашей стороны, да, вы ожидаете, что он вам поможет, он решил отдохнуть и прилег на диван и смотрит передачу. Какие у вас чувства? самые разные ваша забота она не, она не, не получила дальнейшего развития, и вы не получили того, что вы ожидаете. Итак делаем вывод, мы не должны ожидать, что человек, которому мы проявляем свою заботу, он поблагодарит нас это раз, что он откликнется на нашу заботу и будет проявлять то же самое. мы не должны этого ожидать и мы не должны а, расстраиваться. В связи с вот с такими обстоятельствами. Потому что э, вот все эти не они могут испортить нам жизнь, а могут и э, если мы знаем о них, то они могут нам помочь продолжать заботиться, потому что есть э, в любом случае позитивный момент в этом. Я забочусь, я двигаюсь, в конце концов, для моего физического э, здоровья движение полезно, правда? Владимир Павлович, какая должна быть забота с точки зрения Всевышнего и Его Слова? Очень хорошая иллюстрация Она находится здесь в Инджиле. И в 10 главе Луки мы находим эту историю. Но вот к тому месту, где лежал избитый разбойниками мужчина, приблизился проезжавший мимо самарянин. Он увидел беднягу и сжалился над ним. Подошел, перевязал его раны, промив их маслом. И вино. Затем он посадил пострадавшего на своего осла, привез его в гостиницу и там еще ухаживал за ним. На следующий день он дал хозяину гостиницы две серебряные монеты и сказал: "Посмотри за ним, а когда я буду возвращаться, то оплачу все дополнительные расходы". Красивая, да, притча? Во-первых, обращает внимание на себя тот факт, что этому человеку самарянину было что давать, то есть Проявлять заботу. Да? Это ну, было и вино, и масло, и осел, на котором можно было доставить в гостиницу. Это были еще и две монеты, которые можно было оставить. Так вот, это как раз таки пример Божьей заботы, которую Бог желает видеть в каждом из нас. Бог берет на себя обязательства по обеспечению нас всем тем, что необходимо к заботе. А можно здесь подчеркнуть одну мысль? Ведь он точно знал, что он ничего не получит. Дело в том, что подобно тому, как в спорте это происходит. Нам иногда кажется, что проявляя заботу, мы, мы что-то теряем. Мы действительно отдаем. Спортсмен, он отдает свое время, он отдает свои силы определенные, но сам он становится сильнее. То же самое во взаимоотношениях, как в семейных так и добрачных. Если мы сделаем заботу друг о друге принципом нашей жизни, это принесет прежде всего благословение нам. А можно привести другой пример, когда родители заботятся о своих детях. Сколько нужно времени и сколько нужно сил приложить, прежде чем мы хотя бы первое спасибо услышим, так? в вашей семье, я думаю, что дочь вам еще спасибо не говорит за то, что вы встаете по ночам, за то, что вы там много раз пеленаете, кормите много раз и так далее. За бессонные ночи еще пока нет ни одного спасибо. Но тем не менее, вам радостно, когда вы заботитесь о своем ребенке, о своей малышке. То же самое мы, в принципе, должны ощущать и чувствовать себя и осознавать, когда мы делаем добро всякому человеку. И еще очень интересный момент. Если до брака забота проявлялась в основном, как мы здесь слышали, цветы, мороженое, кино, конфеты. возможно, конфеты какие-то, то заметим, насколько эти э, мышцы да, усиливаются и э, сила какая появляется уже в семейной жизни. Теперь не отделаешься букетиком, нужно теперь каждый день, два-три раза кормить друг друга. Да? И, это мать, типе... и ночью. И, ночью. И, да, да. И, и вы знаете, очень важно понимать, что вот принцип заботы бескорыстной ⁇ это счастье. Счастливы те люди, которые подобно Всевышнему. Отдают. Отдают себя. Отдают заботу. Они никогда не будут постыжены. Это самые счастливые люди. Давайте. И дастся вам. И дастся вам. Спасибо. Принцип «давайте» и дастся вам. Спасибо, милый Сергей. Мы отпускаем вас, чтобы вы могли идти к своей дочери и заботиться о ней. Ну сейчас, буквально через несколько секунд, молодые люди в нашей студии смогут задать вопросы друг другу и немного лучше узнать друг друга. У меня такой вопрос. О какой заботе мечтают парни? Самое приятное, когда от девушки получаешь какие-то даже прикосновения, это слова любви бывают, это ее забота. Она тебя взяла за ручку, ты идешь уже более уверенный в себе. Пусть она мне не купила цветы или еще что-то, но для нас менее важно, что вы там физически проявляете или еще что-то, вот такие моменты. А более слова, думаю, и все такое. Я думаю, что все, что нужно нам, мужчинам, это то, что наша забота, наша любовь и внимание достигает своей цели. Когда, когда вы даете нам об этом знать, ну это уже как бы забота. И лично я для себя э, обнаружил, что для меня забота девушки очень, очень важна. Почему? Потому что, не знаю, для меня я бы хотел, э, чтобы моя девушка была как бы моей мамой, что ли, в хорошем смысле. Не, не то чтобы нянчилась, но проявляли, проявляла такую вот искреннюю вот заботу. Следующий вопрос. А, скажите, пожалуйста, почему э, молодые люди э, до свадьбы являются очень заботливыми, а после свадьбы они уже не проявляют эту заботу? Потому что до свадьбы, если девушка была какой-то наградой, пьедесталом, и парень к этому стремится, и все силы бросает туда. А потом, когда он приобретает эту награду, да, в кавычке, то после он уже расслабляется. И успокаивает. Поставил успокаивает. на пьедестал, и поставил да. на, и время на камин, да, и пыль стирает время Стирают. от времени. Теперь ты моя. Раз в год на день рождения на 8 марта так пыль потирает. А Тогда у меня следующий вопрос. А что делать, если уже так произошло, чтобы а, даже в, во время в семейной жизни он проявлял заботу. Мы и до и после в принципе проявляем вот это внимание. Только может вы перестаете оценивать его или еще что-то? Вам большего еще что-то захочется? Я не... ну, так. Ой, лукавишь, Максим, Ой, лукавишь. Нет, нет, просто я не представляю, как может перемениться это все. Осознавая вот сейчас себя, могу уверенно сказать, что я не представляю, что после свадьбы я изменюсь и перестану проявлять девушке какое-то внимание. Поэтому и... Но практика жизни показывает, что именно это и происходит. Тогда у меня к вам также встречный вопрос, каким должен быть истинно заботливый молодой человек. Ну, мне бы хотелось, чтобы он был более чутким. Для меня очень важно, чтобы он был внимательным ласковым и нежным. Ну, чтобы помогал в каких-то мелочах, даже элементарная забота, когда девушка идет и парень перед ней открывает дверь, это уже какая-то забота, это уже приятно. Чтобы почаще делали комплименты, допустим, замечали, как девушка, девушка, потому что старается постоянно всегда выглядеть хорошо для парня старается, а иногда парни не замечают, вот. и немного обидно бывает, поэтому когда Хорошо, когда парень заботится, вот делает такие комплименты. На практике получается иногда, что простой парень и раз зацепил девчонку, а тот, который раскалывается, и, как вы говорите, заботливый, нежный, внимательный, Чё он ты? оказывается в стороне, и в нему наоборот, ноль внимания. Так может, наоборот, что-то не так? В этом. Но я думаю, что это не из-за заботы. Конечно. Не из-за того, что один заботится, а другой нет. И это совсем другая причина в том, что она выбрала не того, который заботится. А... Такое явление, как забота, да, или это черта характера, они важны вообще во взаимоотношениях. Забота важна в любом случае. Не только по отношению к своей любимой девушке. Чувство заботы, оно должно проявляться, и мы должны это видеть, да, по отношению к родителям, по отношению к животным. Если до свадьбы наша забота проявляется в основном, там, это подарочки, маленькие какие-то знаки внимания, слова, то после свадьбы это все нужно усиливать. И с каждым годом все больше, больше и больше. Самая большая проблема в браке, она выглядит так. Он или она, проявив какой-то знак внимания или заботу, не получают в ответ благодарности и слов поощрения. На завтра у этого человека уже нет желания да, заботиться. А если и в дальнейшем вот такая практика будет существовать в семье, то можете быть уверенными, что ни один из супругов не будет делать друг для друга что-то приятное. Даже если это неумелый вколоченный гвоздь, пересоленный суп или что-то, окажите знак внимания, поблагодарите, особенно поблагодарите. И тогда вы увидите, как расцветет забота, как расцветет любовь. Если этого не будет, чувство растает. Что вы предпримете, если ваш э, парень э, говорит так, вот я до свадьбы мало заботился, а после свадьбы буду заботиться очень ну, как бы, очень много? Вы выйдете за такого парня замуж? Я считаю, если человек сейчас уже не считает нужным заботиться, почему он вдруг неожиданно решит, до... для, себя, да, на... решит для себя, что вот я на ней женюсь, и вот тогда я только должен начать это делать. Мне кажется, такого не будет никогда. Я соглашусь с этим мнением, потому что это как бросить курить. Это откладываешь на потом, а я с понедельника начну, а я потом, да, я сделаю это как завтра, послезавтра, и вот так откладывается, а на самом деле ничего не происходит. Обычно мы все знаем, да, что именно в период, э, его еще называют конфетно-букетный период, да, просто парни, наоборот, стараются себя показать, да, какой он заботливый, и старается какой-то своей заботой завоевать девушку. И если он уже сейчас говорит тебе напрямую о том, что сейчас я как бы откладываю это на потом, когда мы с тобой поженимся, девушки, не верьте. Молодец. Я думаю, что наши постоянные зрители не раз уже побывали на hopsite.info. Позаботьтесь о своих друзьях, расскажите о нем своим близким. Ну а сейчас нам, конечно, нужны добровольцы. Итак, двое ребят, пожалуйста. Вы в рубашках, двое. Проходите вперед. Проходите вперед. Аплодисмент Аплодисмент Аплодисменты. Ваше задание заключается в следующем: в этой аудитории найти двух замечательных девушек, которые на эти пять минут будут вашими девушками, даже больше — женами. Итак, твой выбор. Микрофон не нужен. Аплодисменты. Итак, мы видим первую пару, которая образовалась здесь в рамках нашей передачи. Итак, Максим, твой выбор. Микрофон не нужен. Аплодисменты. Так смело Максим подходит и выбирает себе подругу. Ребята, снимайте свои рубашки. Итак, девушки, ваша задача заключается в следующем. Вам необходимо проявить свою заботу и помочь вашим мужьям собраться на работу. И сделайте это за одну минуту. Время пошло. Мы видим, как стараются жены. Да, но время-то поджимает, поджимает. Муж-то опаздывает на работу. Опаздывает. Осталось 15 секунд. Кажется, первая пара уже готова. Время вышло. Спасибо, аплодисменты нашим новоиспеченным женам. И теперь, конечно, мы спросим у наших экспертов. Владимир Павлович, какая жена позаботилась больше о своем муже? Я думаю, все наши зрители видят это различие. Да. <свят> Давайте спросим у ребят, какие же их ощущения. <свят> <свят> как-то не очень. А что не так? Ведь э, заботу проявили о тебе. Держи микрофон. Ну, это забота только <свят> в сарай пойти. <свят> <свят> И уволят, наверное, Максима, судя по всему. На сегодня. улицу не получится как-то. Иван, пожалуйста. Ну, я, если честно вспоминая свое детство, когда мама заботилась, одевала, я привык, что сам одеваюсь. А тут очень приятно, когда кто-то поглаженную рубашку так аккуратно застегнет, все оденет, поправит и пожелает удачи. Мы желаем вам также удачи. Спасибо большое. Если мы воспринимаем заботу как честь и выполняем ее с радостью и достоинством, то окружающие радуются и чувствуют нашу любовь. Но если забота о своем ближнем воспринимается нам, нами как тяжелое бремя, тогда никому от этого хорошо не будет. Друзья, давайте будем заботиться друг о друге и не воспринимать это как бремя, а чувствовать, что это преимущество. До свидания, до новых встреч. Будьте счастливы. Дорогие друзья, для того, чтобы всегда быть в курсе самых свежих событий на нашем сайте, нужно просто подписаться на обновления по электронной почте и на наш РСС-канал. Подписавшись однажды, вы всегда будете первыми, кто сможет прочесть наши новые статьи, оставить свои комментарии, а также предложить ссылку своим друзьям. Будь первым, подпишись на обновления.